Время бесконечно, пока молод, ты не чувствуешь, как дорог каждый год. Очень скоро ценник на свободный день, скромно просиженный дома, подпрыгнет высоко, как негр бизнес-класс из эконома. Мне 23, вроде не так уж много, но чувство, будто мне должно быть 40. В башке за 40, мысли ворог, мы с ними в 40. Они без повода все лезут из меня наружу, находя зазоры в порох. В борьбе со скукой, как вариант, принимал наркоту, как вариант, ту хуету, что была при себе у подруг. Ближе к утру на притоне шагал через толпу на полу. С тех пор они не выросли, но я не чувствую за это вину. Мой мелкий мог бы быть сейчас тут, и он, глядя на торт, сразу бы все три свечи задул, но я выбрал аборт, чтобы очередной тур без забот не сделал из него сироту. Прости, друг, но хорошей мамы не было среди тех дур. Бросал их, как институт, покидал, как ухту. Миллениалы не растут, я тратил время на туфту. Ты можешь купить яхту, но не бухту. Тут явно будет трудно размутиться так, чтоб совесть не схавала, как кюфту. Нет, мы не похожи. Мы с разных планет, и языки разные тоже. Не упустишь возможность возненавидеть тех, кому везет немного больше. Откуда ты здесь взялся? Кто тебя сюда привел? Скажи-ка мне неясно. Назойливый, как язва. Ноешь, будто до сих пор в яслях.